В Югре будут готовить инструкторов по бегу и скандинавской ходьбе, а также развивать спортивное добровольчество. Регион подпишет соглашение с Добровольным физкультурным союзом. Цель этой организации – объединить усилия государства и общественников в деле пропаганды здорового образа жизни. Документ подпишут в конце октября во время визита в Югру российской фигуристки Ирины Слуцкой. Она является основателем и президентом Добровольного физкультурного союза. Соглашение является как бы плацдарном для целого ряда мероприятий, в том числе проведение семинаров. Это неоднократная акция, а этот добровольный союз ведет такую достаточно масштабную работу, и у них несколько таких проектов, в том числе «Вставай и иди», касается людей с ограниченными возможностями здоровья, ну и ряд других мероприятий, в том числе разработка и внедрение некоторых инновационных проектов. Добавлю, Ирина Слуцкая проведет в Югре несколько мастер-классов в рамках акции «Жить, побеждая диабет», а также занятия по фигурному катанию и скандинавской ходьбе для пенсионеров и детей.